бандиты, очередная тренировка у меня с гирей, и сегодня мы будем прибавлять вес. Я все уже приготовил, гирю я закрутил, и сейчас я ее ставлю на весы и тут же вам показываю вес. Вот я взял гирьку, установил ее, и у нас получился, видно вам, нет, вес 35 килограмм. И сегодня, ребята, мы будем начинать с того количества повторений, как и первые мои дни тренировок с гирей. Сегодня вместо тренировки плеч я просто поподнимаю 3 подходика гирьку. Сколько это будет повторений, вы увидите вместе со мной. Ну вот такая вот сегодня будет у меня тренировочка. Но скажу сразу, что это уже тяжелый вес. До этого я поднимал 33 килограмма на 9,10 повторений. Ну а сегодня у меня 35 вес. И мы сейчас будем тренироваться с этой гирькой, включая музыку, и делаем наши подходы. Повторений хватит на пока. Не забываем, еще нужно сделать 2 подхода. Пока что нормально. Ребята, а самое главное, что я тренируюсь по самой лучшей методике тренировок. Главное не обосраться. Второй подход. Начинаю со слабой руки. Ну вот уже с трудом сделал 6-е повторение. Это был второй подход, ребят. Не сломать.
не могу. Сейчас, ребята, этот же вес показали 34 900. Здесь у меня, ребята, мешок с цементом старый, не обращайте внимания. И сейчас мы взвешиваем гирю на полу. Мне говорили, что на полу вес более корректный, чем на паласах мягких. Сейчас 34 400. Не знаю, ребята, как тут уже реагировать. Может быть, просто батарейки уже начали подсаживаться. Я не помню, когда я их менял. Так что, а давайте я взвешиваю сейчас сам. Сейчас у меня уже силовых тренировок не будет. Осталось только так. Ерунда. Руки подкачать, голень и пресс. Поэтому штангетки нам не нужны. Несколько раз взвешиваться подряд тоже не буду. Ставлю прямо здесь на ковер. Ковер у меня двойной. Поэтому, может быть, и правда мне говорят, что сильно мягкая поверхность. Ну, сейчас посмотрим, сколько я вешу. Шестьсот мой вес. Видно, нет? Как я и говорил, ребята, немного я поднабрал жирку. Если сравнивать с моим весом 75 килограмм. Но я не жирею, не жирею. То есть не то, что я не жирею, я-то, может быть, и жирею, но по рациону питания я стараюсь следить, чтобы питание было нормальное и чтобы не было много жира. Норма в углеводах, ну и норма по белкам. Даже по белкам я немного сейчас недоедаю слегка, потому что как бы не шибко боюсь, что буду терять массу мышечную. Ну вот, как-то так. Ребята, на сегодня это все. С весами, не знаю, буду разбираться, посмотрю, может, батарейки поменяю. Но можете верить мне. Здесь у меня 3 блинчика всего лишь осталось. Это 6 килограмм. 41 килограмм минус 6. Получается, что весит гирька 35 килограмм. Хотя давайте уже до тала взвешиваем сейчас гирьку 16 килограмм, сколько покажет. В конце концов, ребята, кто-то мутит видео про какие-то марки, у которых что-то отклеивается. Ну, а у меня вот сегодня такой замес с весами произошел. Гирьку 16 килограмм показывает 15 800. Гирька была вот эта вот. Ну все, ребята. На сегодня это точно все. Пишите в комментариях, что вы считаете по поводу моих весов. Обманываю я или не обманываю. Потому что многие, наверное, желающие напишут, что я вру по поводу прогресса в гирьке. Ну вот, как-то так. Так что, ребята, все на ваш суд. Смотрим мои видео, ставим лайки, пишем свои комментарии, подписываемся на мой канал. А я вам желаю, употребляйте только правильное питание, любите, балдейте и верьте в то, что завтра вы будете намного лучше и сильнее, чем сегодня. Ну, на этом, ребята, все. Увидимся на канале «Домашняя качалка». Всем пока!